Всем привет, с вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 10 августа. Вот сейчас этот видеоролик коротышку сниму, для того, чтобы показать, как выглядит мой огород сейчас, вот по прошествии первой декады августа. Я вот сейчас снимала видеоролик, как, как обрывать зеленые помидоры, как хранить. И пока вот так вот, смотрела и сама поймала себя на мысли, что до того все зеленые, вот эти посадки, мое томатное поле и вообще... И когда мы, как бы выразиться-то, нам придется, наверное, нынче лето продлять, потому что помидоры разрослись, буйствуют, пышут вот этой зеленью. Им бы еще расти и расти, но у нас в августе могут быть так же, как у всех, и холодные росы, и холодные ночи. И, скорее всего, половина вот этих вот пышущих здоровьем растений, она все-таки замерзнет, уйдет в зиму зелеными. И так жалко, и я поймала себя на мысли... Как бы нам в сибирском регионе нынче продлить лето, чтобы все наши вот эти красавицы зеленые томаты поросли еще немножко. Так много завязи. Я вот уже Казанова показывала. Он выше 2 метров в высоту. И вот эти крошечные кисти все завязывает и завязывает и завязывает. И выше, и выше, и выше. Уже до неба дорос. И все хочет расти и расти. Но тут, конечно, внизу... Ой! Внизу уже очень много у него плодов, вот до самого низа там уже и спеют плоды у него. Он нынче в теплице у меня плохо вел себя, крутились листья, а здесь на улице прям благодать ему хорошо. И вот кто там отвечает за погоду, надо всем нам коллективно попросить, пусть продлит лето еще на 1 месяц. У нас очень много растений, которые весной мороз не дал нам рано высадить, которые еще хотят расти, еще хотят отдавать нам урожай. Смотрите, какая красота, как будто бы это июнь или июль. Все, до свидания.